Блокчейн в Гибралтаре получил законодательную основу. 6 декабря утвержден законопроект, устанавливающий правовые основы использования криптовалюты. Он вносит поправки в закон о финансовых услугах британской заморской территории и позволяет с помощью лицензирования защитить права участников инвестиционного рынка, основанного на инновационных технологиях. Министр торговли Гибралтара Альберт Изола сказал: «Гибралтар одним из первых создал правовые нормы для предприятий, работающих с применением технологий блокчейн. Знаю, что 1 января 2018 года ряд предприятий уже планируют подать заявки в финансовую комиссию Гибралтара на осуществление такой деятельности».